Mercedes Sprinter Луидор. Они поставили кондиционер свой наш, отечественный, который живет своей жизнью. Вот эти вот непонятные передвигалки. Это, конечно, более-менее понял. Обороты увеличивают. А вот это вот непонятно. Иногда подсветка горит, само собой. Иногда выключается. А вот только что вот в этих двух положениях работало. Здесь не работало, здесь тоже не работало. В общем, он отключался. Потом, когда вот это отключал, а вот работает. Хотя здесь отключено. В общем, ничего не понятно с ним. Вот сейчас подсветка потухла. Иногда бывает, зажигание выключишь, а он продолжает работать. Вот такой кондиционер поставили, Луидор. Вот этот ползунок, по-моему, он работает. Но он работает тоже вот не так, как здесь написано. А в этом положении охлаждает. Если отодвинуть сюда, то уже будет дуть просто воздух без охлаждения. А этот совершенно непонятен. Вот он на крыше установлен. Салон автобуса переоборудован под катафалк. Водительское отделение закрыто вот такой стеной. Установлена лампа ультрафиолетовая. Три ряда сидений просто убраны. И здесь вот перевозится тело. А насчет кондиционера. Он или дует, или не дует. То есть нет раздельного включения здесь салон и раздельного включения кабину водителя. Если кондиционер выключить, то он выключается везде, и в кабине водителя, и здесь в салоне. Если его включить, то он включается и здесь, и там. Вот так неудобно сделали.